Привет! Вы на канале Blabla Fusing. Мой сегодняшний кето-обед, так называемые кето-тарелочки. Я похудела на 45 килограмм вот на таком питании. Ем это уже 1 год и 5 месяцев, и ничуть не надоедает. Сейчас уже нахожусь на удержании текущего веса. Он составляет 77-78 килограмм. Мой рацион – это 1900 килокалорий в день. Два приема пищи – это обед, и, в принципе, на ужин может быть что-то вроде такого же, может быть, с небольшими изменениями. Но в любом случае, это мой любимый кето-салат. Это белокочанная капуста, такой же, как вчера, помидорки, горчичное масло, зелень и дайкон. Сегодня еще это супик. Опять же, мой любимейший грибной суп. Что здесь? Это бульон наваристый-принаваристый. Еще туда бухнуло 30 грамм сливочного масла, чтобы было еще более кето. Так, это, значит, шампиньончики из мороженых. И в данном случае это здесь еще майонезик. 15 грамм получается на порцию. Такую же порцию съем еще на ужин. И здесь у меня свинина маринованная была в маринаде, замаринованная и просто пожаренная также с луком, с небольшим количеством масла. Специй там дофига и всего-всего. Короче, очень-очень, короче, вкусно. Всем приятного аппетита! Всем спасибо, кто смотрит мои видео, ставит лайки, колокольчики, подписывается на мой канал. Всем привет! Пока-пока!